Больше, чем просто путешествие. Так юные жители новых регионов России описывают свою поездку в Ульяновск. Программу экскурсии организаторы до последнего держали в секрете. Сюрприз удался, это подтверждают счастливые глаза детей. Многие из них впервые прошли туристическим маршрутом по одной из самых широких рек в стране. На Волгу ребята любовались с палубы теплохода. Легкий бриз и живописные виды буквально с первых минут вызвали восторг у ребятишек. Признаются, раньше видели Волгу только в книгах или по телевизору. Первая встреча с великой русской рекой оставила массу впечатлений. Я поразился данным видом, то что тут очень много зелени. Это все совмещено с городом, и мне очень это все нравится. Также пляжи красивые и, допустим, мост. Павел приехал из Мариуполя. Ульяновск уже третий город в России, где удалось побывать. До этого юноша ездил в Москву и Санкт-Петербург. Путешествует с друзьями, чему очень рад. С ними, как признается Паша, не страшны любые печали. Возможность увидеть достопримечательности городов страны появилась благодаря благотворительному фонду в Ростове. Мы не первый раз вывозим их в города России. Они очень любят поезда. И также ждали Ульяновск. В прошлом году мы были в Ульяновске. Много эмоций положительных. Они друг другу рассказывают. Здесь многие дети, больше половины, которые не были еще. Поэтому очень ждали именно вот эту поездку. Ульяновская область поддержала инициативу. Идея откликнулась в региональном детском фонде защиты детей. В результате получился настоящий марафон добра для тех, кто долгие годы был фактически лишен детства. Мальчишек и девчонок Донбасса, школьников Луганской Народной Республики и Херсонской области. Добрые эмоции дают возможность отвлечься от переживаний и отдохнуть душой. Мы организовали для ребят очень насыщенную экскурсионную и культурно-развлекательную программу. Ребята сегодня путешествуют по матушке Волги на теплоходе. Она с Ростовом связывает Волго-Донский канал, поэтому наша дружба соединена вот таким большим речным водным массивом и артерией. Ребята посещают сегодня музей гражданской авиации, ребята посетят другие музеи и музейные комплексы на территории Ульяновской области. Завершится насыщенная программа ответным жестом от талантливых ребят из Ростовской области. Образцовое шоу группы «Карусель» подготовило творческие номера. Задорная музыка, любимые строки из песен прозвучали и на борту теплохода. Ластится над берегом туман, стынут в ножнах острые клинки. Не кручимся, батька атаман, слава Богу, что мы казаки. Следующая остановка юных путешественников – Казань. Здесь ребята проведут насыщенный день и отправятся дальше, в Москву. Из каждого субъекта школьники привозят теплые воспоминания и памятные сувениры. Александра Никитина, Геннадий Бухтаяров, Ул-Правда, ТВ.